Все, кто не успел записаться на шахматный тренинг с гроссмейстерами, могут это сделать сейчас и по сниженной цене. Переходите по ссылке в описании к этому видео. После регистрации напишите нам, и вы получите бонус. Позиция, представленная на экране, возникла в партии Аронян Накамура в турнире претендентов в Москве в 2016 году. У белых лишняя пешка, однако черным, чтобы сделать ничью, достаточно не пускать короля белых на шестую горизонталь. Утомленный долгим доигрыванием Накамура делает ход ладья А2 и после ладья D7 по инерции хватается за короля. Угадайте, что он говорит Ароняну? Первое. Фигура пыльная. На что Аронян отвечает: «Извини, Хикару, я все фигуры перед партией продезинфицировал». Второе. «Это мой счастливый король». Ответ Ароняна: «Не в королях счастье, Хикару». И третье. Накамура, взявшись за короля, после этого говорит: «Поправляю». На что Аронян отвечает: «Поправляю» необходимо было сказать до того, как он потрогал фигуру. Судья заставляет Накамуру сделать ход, и после король F8 следует король F6. Белый король занимает шестую горизонталь, и черные мгновенно проигрывают. Еще последовала ладья А6 шах, ладья D6. Конечно же, брать ладью нельзя, из-за того, что белые получают проходную пешку. Ладья А8, H5, король G8, F5. Ладья B8, ладья D7, ладья B6 шах, король E7. Ладья B5, ладья D8 шах, король H7. И после короля F6, ладья B6 шах, ладья D6, ладья B7, черные сдались. Так как следует E6, и после FE, пешка белых проходит в ферзи. Вот таким образом утомленный многочасовым доигрыванием Накамура ошибся в совершенно ничейной позиции. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!